Сегодня война – это война беспилотников. Так точно. И начало военной операции в Украине, и сейчас это, как в Одессе говорят, две больших разницы. Сейчас мы все видим, что без беспилотников БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками, вот этими маленькими и прочими ударными, гоняться за солдатом. Уже посчитали, солдат в 5 раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно, грубо говоря, как военные считают, на войне. Потому что подготовить солдата, экипировать и прочее 5 раз дороже, чем тот беспилотник, который гоняется на поле боя за этим солдатом. Поэтому без беспилотников ни о какой победе, ни о какой войне разговора сегодня нет. Они уже заняли свое место, как контрбатарейная борьба, как система РЭБ противодействия беспилотникам.